Вот я хочу проверить. Пальцы, да? На каком же ярче будет смотреться, на красном или на черном? Или они будут смотреться одинаково? Есть смысл тратить красный цвет, либо оставлять черный цвет? Я сейчас делаю половину. Одну букву сделаю черным клеем, а другую я сделаю красным клеем. И посмотрим, в чем будет разница. Литр у нас будет красный. Может быть, все одинаково. Проверим сейчас. Смотрите, все-таки на черном клее смотрится темнее, чем на красном. На красном красном смотрится более поярче, а на черном он смотрится потемнее, понасыщеннее цвет. Ты скажешь девушке сейчас своей, как ты думаешь, какая губа затрется быстрее? Она скажет, мои губы. Уже до этого задуман. Ждем комментариев, что вы скажете на этот раз.